соборе Георгия Победоносца в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы состоялась встреча с детьми. На праздник пришли не только школьники, но и дошколята с родителями. Ребята играли в бадминтон, гоняли мячи. Но основной и самый интересный вид программы был стрельба из лука. Здесь проявили большой интерес маленькие участники, да и родители не остались в стороне. После соревнований подведения итогов всех пригласили в храм, где священник Александр Красильников провел интересную экскурсию. Завершился праздник чаепитием.